Группа компании «Абсолют Нейча» совместно с ГИБДД по Санкт-Петербургу 18 декабря 2015 года провела профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Мы вооружились не только алкотестерами, но и безалкогольным шампанским «Абсолют Нейча». Дабы сохранить у петербуржцев и жителей Ленинградской области предновогоднее настроение, сотрудники ГИБДД совместно с группой компаний «Абсолют Нейча» дарили безалкогольное шампанское тем водителям, которые прошли тест на алкоголь с отрицательным результатом. Акция вызвала у автомобилистов положительный отклик. Получив неожиданный сюрприз, водители желали успеха в госавтоинспекции и группе компаний «Абсолют Нейча» и обещали встречать Новый год трезвыми. Спасибо огромное, вам тоже, вас тоже наступающим. Без свяни водителей. Спасибо. Здравствуйте.